Как вы видите, квартиры все уже полностью готовы для заселения. Стены идеально ровные, потолки высокие, отопление, радиатор на месте, отопление имеется. Дом полностью готов к заселению. Ждать этих слов дольщикам пришлось 12 лет. Дом на Луначарского начали возводить незаконно. Когда завершился суд по делу нерадивого бизнесмена, люди остались без денег и квартир. В дело вмешалось областное министерство строительства. В 2012 году для дома нашли нового застройщика. Новым застройщиком была получена вся разрешительная документация для возведения 25-этажного дома. И, как вы можете видеть, в настоящий момент объект полностью построен. Сейчас к дому подведены все коммуникации, благоустроен двор, хотя строители и столкнулись с определенными трудностями. Объект сложный в плане подведения инженерных коммуникаций, сложные грунты, применены инновационные технологии при устройстве фундаментов. Готовый дом комиссия проинспектирует до 30 декабря, и уже в январе здесь появятся первые жильцы, в том числе полсотни обманутых дольщиков. Валерия Макарова, Артем Сулайманов, «События».